Гульмиру Сатыбалде приговорили к 7 годам лишения свободы. Бывшую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалде суд признал виновной в самоуправстве и организации похищения человека. Отягчающими обстоятельствами стали неоднократные правонарушения и особо активная роль в их совершении. Суд номер 2 столичного района Байконур установил, что Гульмира Сатыбалде заставила одного из предпринимателей переписать часть акций, принадлежащей ему компании, на ее доверенное лицо. А спустя месяц с помощью своего водителя и телохранителя организовала похищение бывшей сотрудницы. Суд постановил взыскать с Сатыбалды 6,5 миллиардов тенге материального ущерба и 1 миллион тенге ущерба морального. Вынесено представление о ее лишении ордена Курмет. Охранник и водитель получили по 7 и 5 лет заключения.